Тем временем средства из Национального фонда Казахстана больше тратятся, чем пополняются. Только за три прошедших месяца затраты превысили доход на 70 миллиардов тенге. По данным агентства «Финпром», если доходы нацфонда за три месяца составили 720 миллиардов тенге, то расходы 790 миллиардов. Ну а в общей копилке сейчас более 25 триллионов тенге. Нужно сказать, что эта структура создавалась как фонд для будущих поколений. Но в последние годы правительству часто приходится брать оттуда средства, чтобы поддержать республиканский бюджет и профинансировать государственные программы.